В американском Нэшвилле 23 ребенка получили травмы в результате ДТП с участием школьного автобуса. Сообщается, что водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось и скатилось под откос. В салоне находились 46 пассажиров. Пострадавшие школьники были доставлены в больницу. Сообщается, что полученные травмы не представляют угрозы их жизни.